Добрый вечер. Вы уже познакомились с Фиником, но я просто зрителям представлю его. Это Финик очень толстый, у нас Финик. Нет, такой. Ну, скажем, его так, можно... он все-таки упитанный. Упитанный, да, его можно взять и некоторое время даже не кормить, сэкономить на корме. Вот, мы и пристраиваем котов в передаче. Я знаю, что вы собачник, видел ваше интервью. Да. А еще читал газетное интервью, у вас была собака Ричард, или это та же самая сейчас собака у вас? Нет, у меня после Ричарда нет никого. Так. То есть он уже не с нами? Да. Он уже в собачьем раю, понятно. И нового не будет, да? Наверное, нет. Угу. Наверное, я в силу того, что я, как это называется, собачником стал по неволе. Подарили, да? Да. Ага. И я к нему отнесся как вот, наверное, все-таки как, так, как нельзя, как все говорят, так не надо относиться к животным, как просто, наверное, даже в какой-то части я его очеловечил. Вот, и поэтому я не думаю, что у меня хватит смелости еще раз завести собаку. А в детстве были животные? Нет. В доме не было? Нет, это сложно было бы. Вот у меня в детстве тоже не было, сейчас собаки, но вот кошки очень нравятся, мы их всячески пристраиваем. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.